Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Каспийске. Об этом в среду сообщили пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону. Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Каспийске. В результате инцидента пострадали 3 человека, среди которых 1 ребенок. Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Дагестана по факту хлопка газовоздушной смеси в квартире, в результате которого пострадали 3 человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного Ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», говорится в сообщении. По версии следствия, 22 декабря в результате выполнения неустановленным лицом услуг по транспортировке газа, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, произошла утечка бытового газа из газопровода в квартире на 3-м этаже 10-этажного дома, расположенного на улице Кавказская, города Каспийск, из-за которой произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате термические ожоги 2-3 степени получили 40-летний собственник квартиры, его 32-летняя супруга и их 10-летняя дочь. Для оказания необходимой медицинской помощи они доставлены в больницу. «Дом не поврежден, соседи не пострадали», — добавили в СК. «Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, изымается документация у газоснабжающей компании». Для установления тяжести причиненного здоровью вреда назначены судебно-медицинские экспертизы.